Травмированных нет, физическое и психологическое состояние хорошее. Так резюмировал подготовку к суперфиналу континентального кубка главный тренер хоккейного клуба «Юность Минск» Михаил Захаров. Турнир четырех команд примет Чижовка-арена с 12 по 14 января. Кроме хозяев, за трофей поборются казахстанский «Номанд», британский «Шеффилд Стиллерс» и итальянский «Ритмспорт». Мы взяли всех, кого считаем нужным на этот турнир, кто более доверяем. И все сильнейшие сегодня в составе. Мы 22 хоккеиста в заявке, те, кого мы считаем, что сильнейшие сегодня. У нас решающий может быть и первый, и второй, и третий матч. Такой турнир, что может быть и на второй день все решится, кто как сыграет. Поэтому каждый матч у нас как последний. У нас номер один, первый матч выиграть у итальянцев. Все, это задача номер один на сегодняшний день у хоккеистов. А дальше будем двигаться. «Юность» участвовала в 8 розыгрышах и дважды выигрывала кубок. Первую игру суперфинала столичная дружина проведет в пятницу против «Ритмспорт». Начало в 15:00.